яйца, овощи и грибы, мортадела трюфельная, ну и кофе-чемба, чтобы запить все эти дела. Всем привет, друзья! Всем спасибо, кто пришел на стрим и поддержал меня. Так, пробуем. Давайте. Мортадела трюфельная. Вот такая. Просто божественно. Кстати, это новинка. Все эти дела у меня вышли на косарь 80, ну там скидка еще 200 рублей, короче, у них акция сегодня, скидка. Да, по-моему, 1080 вышло, со скидкой. Эти овощи и грибы. Вот такие. Не, вот сюда. Мортаделлой вкуснее, чем с овощами. Ну, с овощами тоже вкусно. Сыр получается, да? Вот еще дорогая пицца, там 800 рублей, по-моему. Или это большая, 800 рублей. Я средний заказывал. И только посмотрите. Супер. Кто не заказывал в Додо пиццу с мортаделлой трюфельную, обязательно рекомендую.
Я прям очень голодный. Руки трясутся от голода. Вчера ничего не ел. Плюс стримил, спортивный стрим был. Прям нежнейшая пицца. Да, то-то умеет делать. Вообще, в принципе, в каких конторах я не заказывал. Пиццы вкусные привозили.
убился. О, хочется просто запить. Кофе-чемба сладкий. Мне кофе-чемба мне больше нравится запивать, чем кола, да, например. Во-первых, он горячий, горячим как-то лучше заходит. О, супер, поел вообще. Аж спать захотелось. Все, друзья, прием пищи был просто топовый, просто на высоте, просто бомба. В общем, как всегда,